Итак, всем вечер, с вами Лиза, и сегодня мы с вами будем играть в турнирную арену в Chess Fight Night. Вот, арена у нас будет длиться 1,5 часа, так что, надеюсь, вам сегодня будет хорошо, весело. Мы с вами сможем насладиться шахматами и прекрасно провести время. Так, у нас тут получился каракан, играя против резидента Челентана. Так, ну давайте пока что ферзя c7 поставим. Так, если я не ошибаюсь, тут какая-то такая идея есть. Так, ну, мы вышли в какой-то многофигурный эндшпиль. Тут какая-то такая неоднозначная позиция. Так, видимо, мне соперник сейчас предложит перейти в ладейник. Да. Пробуем. Я вот думаю, уходить мне сейчас за 4 или не ходить. Не, наверное, не буду. Так, ну это очень похоже на Челентана. Вот эти все подрывы. Ну, бить надо. Так. И вот как-то так. Главное тут ничего не намудрить, но мне кажется, я уже начинаю тут мудрить. Что-то не очень хорошее делаю. Так, ну бить надо ладьёй. Который, видимо, не особо в мою пользу. Сейчас я съем. Блин. Там шах промежуточный находится. И пешник проигранный.
Да. Ну ладно. Еще не получилось как бы выиграть. Я прозевнула там. Ладья c8. Хотя, наверное, ладья все равно хуже стоял. Так, сегодня, короче, такое настроение прям боевое. Попробуем на берсерках как-нибудь вывести. Так, вот, не подловили меня на такую штуку. Допустим, попробуем отчаянно сразу в 4 двинуть. Вообще какой-то жбан получил. Блин, ну я хотела ферзя на да, сюда поставить уже. Сразу хотела его туда поставить. Потеряла темп, блин, ужас. Это очень печально. Сразу тут двигать опасно. Давайте так. Так, ну попробуем перейти в пешню, хотя вообще не знаю, выиграл он. Пока что у меня есть какие-то некие сомнения. Успеваю почитать. Так, сейчас, так.
Ёлки-палки. Так. Сейчас посмотрим, что он сделает. Вперед, он так я бью, бьет. Вперед. Так. Не успеваю. Ой-ой-ой, это уже может быть опасно. Блин, что-то вообще очень плохо. Вот, блин, надо было мне раньше самой бы опять двигать. Так, почему? Сейчас еще по флагу проиграю. Ну да. Плохо. Ну, кстати, в конце все равно ничья. А мне надо было не бояться самой B4 двигать, и там выиграно стоит. А я что-то засомневалась в самой себе, видимо. Да, что-то вот тоже получила. Вот мне сейчас не нравится вообще, что у меня стоит. У меня пунктов 2 какой-то плохой, слабый. Просто упрощаю позицию в жизнь. Это что-то очень странное. У меня соперник думает, что я на предходах поиграю, что... Да, ладно. Не поняла, где Челентано. Он проиграл там. Вообще, да, хотелось бы как-нибудь сегодня войти в призовую. Так. Ну, давайте попробуем берсерк взять. Почему бы нет? Весело зато. Я за то, чтобы все было весело. Это же хорошо. Шахмат надо получать удовольствие.
Вот такое какое-то танго конями у нас получается интересное. Всегда нравится, когда вот у меня получается все эти идеи проводить. Это непередаваемые эмоции внутри. Блин, надо было сразу задвинуть. А чё, если тут... Ну ладно, нет. B4, скорее всего, блин, это будет не очень приятно, да. Но мы как-нибудь переживем. Может, лучше было на Не, на e4 там сложно. Там может зависнуть конь потом. Или мне все это кажется. Ладно. Меня супер атакует соперник. Так что будем играть аккуратно. Так, что ж, двинуть-то вот, знаете, когда вот кипиш какой-то происходит, и просто у тебя мозг сбивается вообще с мыслей. Так, бьет, бьет. И надо как-нибудь ферзя так прикольно поставить на b6. Допустим. Вообще, я даже не думала, у меня даже в мыслях не было съесть пешку b5. Я скорее думала, что мне тут с пешкой f2 сделать, чтобы она стала моей. Так, это же плохой ход, нет? Так, я бью. Было бы неплохо тут где-нибудь бы мат найти вообще. Че, нету мата нигде? Ладью с шахом подключили. Да. Так. Шах нашелся у меня. А я не видела шаха. Обыграла. Надо было по-другому. Ладно, не буду ничего мудрить. Лень. Мне кажется, и нет, вроде уже все, если не ошибаюсь. Съела. Съела. Так, отлично. Это хорошо. Давайте быстрее соперника. Так, ладно. Погнали.
Вообще, я бы тут съела бы слона штри коня. Вот, мне было бы неприятно, если бы он... Ой, он, не знаю, кто. А, да, он съел коня. Не знаю, кто там за экраном, но все же. Блин, мне так хочется сыграть G4 и пожертвовать. Так хочется, но при этом я вообще не понимаю, что там дальше делать. Но это безумно интересно. Ладно, давайте сыграем. Как бы это интересно зато. Потому что вот как раз тот вариант, который я разыграла против Сторонинского и защитный вариант Рязанцева, он подразумевает то, что надо атаковать на королевском фланге. Так что... Он, кстати, не съел пешку за 4. Ну, h5 надо двигать. Кстати, если это G5 двину, это, наверное, не очень. Не знаю. Сейчас подумать надо. Не, давайте все-таки H6. Зато, кстати, у меня появляется какая-то проходная. Мне кажется, ну, нормально, то есть. Я как-то встала. Может, вообще в короткую рокировку сейчас какую иду? Ну не, бить-то надо. Все-таки надо. Но вот дальше что-то непонятно. Если бы у меня был бы чернопольный слон, было бы вообще perfect. Но у меня нет чернопольного слона, поэтому это не очень приятно. Надо как-то разменять этого коня. Блин, сейчас бы как-нибудь ферзём бы выскочить. Ладно, я думаю, что вот тут мудрить не надо. Надо просто отойти и уйти в короткую рокировку. Господи, это так забавно, я не знаю почему, но мне смешно. Вот, может, у меня какие-то проблемы с башкой, но это забавно, как по мне. Так, а вот куда тут лучше коня поставить? На F4... Не знаю. Кажется, не очень хорошо на f4 его ставить. Может, вообще он хорошо и на e2 стоит. Ладно, пока что поставим ферзя куда-нибудь туда. Вот если как-нибудь бы слоном было полем отжать поле там. Интересно. Так. Он бьет. Он вот так вот взял неприятно. Так. Вообще я хотела ладьи сдвоить. Вот, честно. Я понимаю, что у меня мало времени, но как бы у меня присутствует не время в позиции. Я думаю, он тоже должен думать чуть-чуть.
Ну, вроде вот как бы все более-менее под защитой. Меня это тоже радует. Так вот, Суперин тоже думает. Так. Ну, все равно сдваиваемся. Ну что ж такое-то начинается самое ответственное и тяжелое. Все объем. Все, что можно только взять. Почему это вообще решила? Палки-палки. Я не успеваю мыслить, ребята. Так. Так нельзя играть, ёлки-палки. Я хотела Е7 сыграть, а там вечный шах, бешеная ладья. Сейчас, мне нужно чуть-чуть набить времени. Вот это я вообще плохо сделала. Блин, куда я отхожу-то? Ёлки-палки, вот. Ужас. Ребят, господи, какая глупая. Вот только я сказала про этот пад. Вообще. Ну, это забавно зато. Это зато забавно. Снова. Господи, ну и ладно. Ладно, ради интереса, если этот человек... Все, отлично. Так, а что я тут вообще знаю? Это что-то знаю? Но он сам ничего не знает, я знаю. Наверное. Так. Отходим. А хотя, может, он тут что-то знает? Так, это, может, не очень хорошо сделала. Ну и ладно. Так, сюда отходить плохо. Ладно, назад отойдем.
Опа, съели. Можно еще съесть лазею, но я не хочу. Я просто не уверена, что я это успею реализовать. Так что играем, как умеем. Сушила. Ну, серьезно? Я думала, сейчас начнет мне в плату рубить, это было бы вообще трэш. Ну, ладно, человек просто зевнул, как бы. Это вот первую партию он мне переиграл, а вторую он так зевнул просто. Кстати, я еще сегодня себе сделала маникюр. Скажите, как он? Вот. Чтоб сыграть, это, если это 2500... 2900 еще в поле! Господи, это страшно. Страшный человек. Господи, как же я не люблю эту штуку. Я играю d5. Допустим, ем. Даже не знаю, как играть. Ладно, съем. Слон b5 шах. Слон d7. Семь, конь d7. d5. Еды. d5, конь f6, ферзь e5, слон e7. Вроде норм. А, так он не играет. Ну, конь f6 тогда. Ну, елки-палки. Ну, бью. Но зато мне помогли... Он хоть мат мне поставить, да? Ну и ладно, господи. Ничего, жалко, что ли? Очень странная реакция, но ладно. Так. Ну окей, конь у меня просто там как бы стоит. Мне нужно чуть фигуру вывести и просто вести пешки, наверное. Главное, чтобы мне мат не успели просто поставить. Сейчас, сейчас надо чуть-чуть помыслить. Может, ферзя лучше вообще на d5 засунуть? Пешка там все равно идет никуда. Я не понимаю, что происходит. Так. Ладно.
Мне вот просто сердце говорит, понимаете, что нужно ферзя на Г5 поставить. А там ладья G5, блин. Класс! Вот не слушайте больше, что вам говорит сердце. Это от меня вам совет. Не надо. Оно говорит полную ерунду. Блин, зачем, знаете, что самое прикольное? Что все отходы отстой. Сейчас он двинет еще c5. И это будет... Ой, c4. И это будет, конечно, не очень приятно, но я думаю, мы как-нибудь справимся с этим. А нет. Ну, окей. Я сама тогда сыграю так вот. А6. А6 и конь d5. Конь d5. И надо проходные вести. Вот, потому что вроде я уже более-менее как-то с фигурами разобралась. Вот. Хотя, мне кажется, там перки вообще далеко не идут. Это играет так вот, знаете, вот неприятно. Удивительно. Почему же он так играет? Ну, вперед, окей. Гарде. Что я вообще все сожру. Так, ну, бьет. Ну, скушаю, допустим, еще. Я отойду куда-нибудь сюда. Перс на c4 нормально стоит. Не самое ужасное, что могло произойти. Тяжко. Ладья d8-то можно играть? Допустим, если ладьей f сыграть на d8. Да. Потому что если ладьей a, то там ладья бьет g7, король g7 и ферзь g5. Вообще непонятно. Ну, не очень. Тут у нас есть еще какие-то шансы. Знаете, как бы чуть-чуть нервы начинают сдавать. Ух ты, пух ты, что это за ход такой, что это за мув? Тяжко. Блин, еще времени мало. Ну, допустим, так сыграю. Типа, не хочу, чтобы конь куда-то отходил далеко. Так, он обратно отошел. Оказывается, конь не висит. Ой. Времени мало. Ужас. Так, бьет. Я как вот так сыграла. Опа! Она аж 2-то висит. Хотя он может ферзь h3 просто сыграть. А может он вообще как ферзь h4 сыграет. Кстати говоря, ферзь h4, а что я делаю-то дальше? Видимо, просто молчу. Так. Да, тяжело-то как. Ой, зачем я так сделала? Вот, блин, стояла выигранно, получила какой-то жбан. Как можно вот так играть? Кто-нибудь объясните ей. Очень тяжело.
Ладно, пофиг, уже съем это. Уже невозможно так жить просто. Просто стояла, ну вот как так можно было вообще? Вот как я сделал. Блин, выиграть хочется. Хочется, что-то не получается. Ладно, так сыграем. Да. Ай. Да, вот просто вот тут реально бомбит. Конь G4 оказался отстойным ходом. Полный отстой. Вариант разыграл, это вообще теория, помню. К сожалению. Что дальше тут разыграют? Вообще так-то съел, во мне так надо разве королем, конем бьют. Так. Я не могу вспомнить. Вообще, мне кажется, это любой ход не очень. Окей. Взаимное нападение. Нет, пожалуйста, телефон заряжайся. Пожалуйста. Спасибо. Меня услышали. А, так. Съела. Хотя, наверное, не обязательно было сразу бить. Ладно, если я все-таки поймаю коня, то это будет очень круто.
Нет, с микрофон ничего не видно. Вот так видно. Лучше вообще вот так вот его поставить. Ой, блин, я сразу слона в 5 зевнула. Не играть в шахматы, как я играю, это вообще трэш. Я такой зевнула-то. Блин, я хотела фигуру лишнюю получить. Все висит. Мозг сейчас взорвется. Так, так, так. Тяжело. Еще и пешку проигрываю. Просто конь в 2 еще играет. Лучше бы без пешки сидел, чем вот эту позицию сейчас играть. Так. Какой-то ход Е6 есть. Может, его и нет. Просто он в моей фантазии. Что там на Б2 висит? Господи, вот эта позиция, тут вообще все висит, и я уже не знаю, что тут может не висеть. Ну, вообще, да. Какой-то... Бесит. Шах, никакого промеж нету. Нет, блин, зачем? Зачем? Вот вообще, зачем я пешку отдала? Кто вот мне давал такое право? Вот все зеваю просто. Да. Б6 все.
Господи, ну просто ноги унесла, ну вообще, ну вот, во! Так, я сейчас вернусь. Все, я тут. Снова не заряжается телефон. Что за ерунда? Такого не должно быть. Ужасный провод какой-то. Пум-пум. Может, ради интереса вообще взять берсерк? Не знаю, правильно ли это решение или нет. Но мы веселые зато. Вот. Так, что можно тут интересно думать? Будет интересно, если будет какая-то вообще игра, если я тут выставлю старушку. Опа! Это уже надо было сразу так, все успела. Успела, успела. А, нет, может, и не успела. Что он хочет? Так. 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 Ну давай, соперник. Играй как-нибудь уже быстрее, главное, чтобы мои мозги не успели замерзнуть, как я думаю. Вообще сегодня какую-то ерунду несу весь день. Я не знаю, с чем ты. Так, нет, так точно не надо двигать. Я хотела F5 задвинуть, но F5 вообще плохо. Совсем плохо. Вилку мне хочет поставить. Ничего себе, он смелый. Ой, я пешку проиграла. А зачем я это сделала? Вообще непонятно. Ну, без пешки так без пешки. Меньше народу, больше кислорода. Наверное. Ну да, что-то вообще не весело. Грустно. Так. Нет, лучше не ходить. Хотя, может, и четыре тоже не самое лучшее решение. И давайте так.
там верится жить. Нет. Зашли. Хочет съесть шоку. Сейчас просто флаг будет рубить тупо. Не так хотела, блин, дойти. Да что ж такое-то? Серьезно, ничья? Ну ладно, ничья тоже нормально. Вот. Жаль, что за ничью при берсерке не дают ничего. Да снова? Вот у нас арена может как-нибудь альтернативных игроков давать одних и тех же? Так, ладно. Сейчас разыграем одну схемку. Интересно. И там слон F4 был какой-то неприятный ход. Так. Допустим, я сыграю вообще H6. Хотя там все равно, кстати... Вот. Какая же сушня, да, я ж не думала, что до такой степени все будет плохо. Ну ладно. Я хочу просто ферзя провести. Сейчас как пойду вперед пешками.
И тут что-то было, забил. Плюс 4. Так, смысл. Блин, точно, я вот думала так. Ладно, тяжелая партия была. Да снова, да елки-палки, да я уже за это задолбалась с ним играть. Честно говоря. Я хочу новых соперников, а мне дают одних и тех же. Странно, честно, один, конечно. Я слышу с ним видео, ну елки-палки. Нет, уже 20.
чем закончился наш турнир. Конечно, если бы я успела на 20 секунд пораньше закончить, то как бы я бы успела, но в общем, всем большое спасибо, что были все это время со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все, что говорит Бенкамин, все это делайте. И надеюсь, я никого сегодня сильно не разочаровала своей игрой. Вроде даже нормально. Так что всем большое спасибо и всем пока!